есть река. Что течет из глубины небес. Потоки быстро ускорялись. Лютость вергает все силы небесные в трепет. Ярость горит огнем ада. Этот рев слышен даже здесь, на земле. Это гнев Божий. Жар его гнева достиг предела. Плотина, удерживающая эту реку, слаба. При этом шуме камни бросаются вниз, и горы сотрясаются. Вся земля умоляет Бога очиститься этой рекой, чтобы она омыла ее от проклятых грешных людей, которые ее населяют. Река жаждет их. Эта река бушует для них. Но есть один избранный до начала времен. Тот, кто распростер свои святые руки, чтобы нести всю полноту этого яростного наводнения. Когда Отец приготовил чашу, Иисус испил ее, и гнев, и ярость обрушивалась на него, пока он не погрузился. И он был пригвожден к дереву, которому сам дал рост, ради искупления его избранной невесты. И когда последний луч света оставил его глаза, из бушующей реки он воскликнул: «Совершилось!» 6 апреля. Страстная пятница. Храм Святого Духа в 22:00. Апостол Владимир Мунтян проведет ночную молитву. Вас ждет помазанное слово и сильная молитва. Я знаю, драгоценный Святой Дух, что единственная причина, почему ты пришел, это потому что Христос на кресте заплатил цену. И цена заплачена, и теперь есть доступ. Я знаю, Дух Святой, что Христос принес себя в жертву, там говорится, Духом Святым. То есть ты давал Ему силу идти, ты помогал Ему. Ты, Господи, дал Ему устоять там на кресте. И ты воскресил Его из мертвых. И ты потом вознес Его на третье небо. И потом ты пришел. И сегодня, Дух Святой, ты на земле. Ты Бог, ходящий по земле. Я так благодарен тебе. Я знаю, что твое действие напрямую связано и сопряжено с откровением о крови Иисуса. Не пропустите. 6 апреля. Храм Святого Духа. В 22:00. Ночная молитва с апостолом Владимиром.